Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение первого ФФА-сериала «В мире шестой цивилизации». Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Всё-таки всегда интереснее смотреть сначала. Ну а всем остальным приятного просмотра. Кстати, тьфу-тьфу, игра бегает неплохо. Так, что давайте тут глянем. Китай 40 и 20 технологий. 19, 28. 35, 17. О, у меня... Ну, они кампусы построили. У меня только первый кампус достраивается. Кстати, можно подумать, где уже промышленный район строить. Там бонус от каменоломни и... шахты. Так что вот тут промышленный район самый большой бонус получит. Ну блин, я сейчас убью, и он его захватит. Нет, будем стоять пока. Аутскаута можно обстрелять. Так, Лондон. Блин, ну почему они из сетевой игры не убрали такую фигню, когда обнаруживаешь чудо природы, чтобы это у тебя в правом... Тебя это только по чудесам природы раздражает? А то, что у тебя технологии всплывают у тебя в морду прямо, ты это... Ну и это тоже, да. Я вот играл сейчас там, где за 50 ходов играл, сейчас я выложил у себя на канал. Там у меня пока всплыли все техи, пока все это придет. Чувак меня там два юнита убивает, а я там сижу, выключаю эту всю фигню. Им было просто создать лень сетевую игру, там 5-10 штук и порубаться там всем офисом. Ну вот по-другому да, не скажешь. Да, это не лень, это просто у людей вот реально нету отдела бета-теста. Причем тут вот сетевая игра, прикинь, они даже... у тебя что-то построилось, и тебе в городе не показывают, что ты построил. Тебе показывает предыдущее, что ты построил, понимаешь? Это вот реально показывает, что у них нету отдела бета-тестинга, и все. О, адмирал. Блин, у меня накопились очки великого адмирала. Нафига мне великий адмирал здесь? Ну, по-моему, какая-то ГГшка хотела, правда. Или уже не хочет, блин, фиг знает. Ты на Сиань лучше распространяй, потому что там только двое верующих, он никогда не станет православным. Ну, кстати, Нагою можно захватить, например, будет. Ой, что-то я случайно переключился на что-то. Так, значит, я могу библиотеку тут просто купить теперь. И еще бесит, что нет как пятой шифта на строительство. Самое такое бесящее. Да. Ну, я думаю, это все в ближайшем патче будет сразу. Ближайший патч у Фераксис это 5-6 месяцев, да? Нет, месяц. Блин, вот тут плюс 2, не. Поставлю здесь. Или здесь. Нет, здесь. Плюс для религиозного района там плюс один от горы идет,
плюс 0,5 от леса и плюс 2 от чуда. Ну, чуда у меня нету нигде рядом с городами. К сожалению или к счастью. Так, сейчас я буду вырубать тут лес. Что нам лучше построить? Акведук, наверное, не стоит. Давайте еще одного торговца. Освободили место тут, а я не встал. Так, торговец готов. Ну, блин. Строить библиотеку. Или я потом лучше за веру напокупаю. Лучше потратить производство на что-нибудь другое. Да. Потрачу на строителя. Ага, вот у нас и... поселенец. Блин, вот зря я тут ферму построил, да? То есть я театральную площадь хотел, а построил ферму. Могу Петру построить. Давайте построим Петру. Пока поселенец плавать не умеет. Слушайте, а что тут надо открыть? Чтобы от феодализма работала плюшка, ферма треугольником должна стоять, да? Да. И что, намного больше еды дает? Ну, каждая ладно, ферма на плюс один. Ну, то есть, считай, три еды сверху. А потом еще ставишь ферму, например, еще одна еда. Потом еще одну ферму, еще одна еда. Этот чувак тут сидит. Так. Давайте, наверное, в Плимут перекинем. Лавента, по-моему, хотела торговый путь. Тут у нас нехватка домиков. Вообще, можно переключить все чисто на... производство в Плимуте. We can no more have exact religious thinking without theology than exact mensuration without mathematics or exact iron making. Никого это не смущает? Очень не смущает. Как думаешь, француз, он на тебя пойдет или на меня? Тебя. Я вообще на варваров-то думал внизу. Но для этого самураи не нужны. Так у меня других юнитов-то нету. Что, надо самураев строить, а что? Ну как это у тебя нету других самураев? Как у тебя нету других юнитов, если у тебя 167 сила? То есть ты... Ну, у меня всадник, мечник и все. И воин еще, все. И сейчас самураев строю, чтобы внизу разобраться с варварами. Блин, ну тварь уже захватит, сейчас мне этот...
Буду Хатусу по максимуму. Хотя я сейчас отправлю в Лавенту. Будет плюс 2 веры от... В принципе... Хатусу кто-нибудь еще нашел? Вот Радимиша. У меня так 4-2-1. Так что нормально. Давайте в Лавенту отправим. Так, пойдем на ап этими юнитами в арбалеты. Так, торговые пути построены. I'd imagine the whole world as one big machine. Machines never come with any. Там, кстати, ап в арбалеты дороговаты, я помню, соточка. Угу. А нету у меня какой-то политики, которая уменьшает стоимость. Политика есть вообще-то, но она еще не открыта просто мною. Ясно. Египет, ты можешь убрать пораненного этого разведчика СК? Да блин. Случайно переключаюсь на другое окно. У японца. Прошу прощения. Он у тебя сходил сейчас, что ли? Мельгатить из-за этого. Так, вот. У тебя, хочу... кстати, очень плохо слышно. А, спасибо, убрал. Промышленный комплекс. Семе надо расти. Японец, можешь скрытые границы дать? А кто спрашивает? Египет. Кстати, да, сейчас подожди, только я похожу. Мне в Лондоне надо бы построить... А, блин, строится только на речке, это водяная мельница, вот же ж, блин. Тут в Лондоне бы очень круто зашла, что тут две пшеницы. Ну, вообще в Манчестере тоже неплохо зайдет, вот у меня тут две пшеницы. Не куплены еще, но... Ты мне запрос кинь. Ну, тварь, да? Захватила лагерь, который я пилил столько времени. Ну что, в Лондон опять отправится. А я уже кинул тебе запрос. Сейчас посмотрю. Коммерческий хаб построить, ускорить гильдии и ускорить... Ай-яй-яй. Так, кому красители на обмен? У кого там есть лишнее счастье? Для красителя нужно? Нет, я наоборот. У меня красители. А, нет, не... А, красители, да, красители. Чё, ты на соль будешь менять? На перчик? Да мне уже Китай вот на перчик хочет поменять. Мне тут на перчик свой. Так, надо расти как-то. Теперь чисто еда. Надо купить вот эти клетки с пшеницей.
еще не пишет. Нет, а где табличка вообще договора в обмене? Что такое нет? Попробую показать договора. Ну да, тут, конечно, только то, что у тебя есть. Да. Тоже печально, кстати. Не знаешь, когда закончится договор, когда он начнет. Ну, русский, прими предложение. Так, где мне тут лучше поставить город? Может, на болоте? Или вот тут? Мне кажется, на болоте лучше всего. Ну, ладно, мы еще дойдем сначала сюда. Тропические леса можно вырубить, они еду дадут. Так, здесь промышленный комплекс, где вот тут, наверное, надо будет ставить. Потому что с двух сторон будет производство. Хотя еще тут можно. Блин, все-таки вот в середине игры они очень мало времени дали на то, чтобы ходы делать. В ранней игре довольно-таки мало. Давайте, наверное, колосс попробуем построить. Еще одного верующего надо, Сянь. И город твой. Сейчас. Отойду на минуту. Кстати, что у нас по великим людям? Опять у меня этот адмирал купится. Ребята, японец на торговца. Ну, пророк нам не светит. На ученых у нас Египет, Индия и Китай прям. А смотри, у нас тут за великим ученым прям гонка. Египет, Индия и Китай. Прям ноздря в ноздрю. Ну, думаю, тут выиграет Индия. Кто еще? Третий. Я его не нашел просто. Китай? Нет, я Китай. Кто Россия. Еще? И Китай, Индия. Японцы ты, может, не нашел. У меня написано Египет. А, Египет. Египет. Египет, а, Индия, Египет. Китай. Ученые хорошие, особенно для Китая. Три озарения. Хороший. Там же разные бонусы у них. Кстати, вот это интересно, то, что они поменяли, что теперь у разных великих людей разные бонусы. Японец уже первый по армии. 324. Я так. Ой, надо в арбалет апаться, да? Ну, я уже апнулся. Слушай, а инженер у тебя в Киото сидит, типа, ждет чего-то? А, тебе, наверное, надо промышленную эту сначала построить. Неизвестно, Лёш. В смысле, неизвестно? Ты говорить не хочешь или неизвестно? Construction ускорено. Ну, сильно там великая библиотека помогает. Два озарения.
Для Китая это очень даже хорошо. Ну вот, смысл мне строить еще одну галеру, правда? Чтобы ускорить шиб... Хотя я могу, в принципе, в Плимуте это построить, действительно. Че это я туплю? А это пускай пока тут стоит. Я город поставлю, я, наверное, эту галею продам, галеру, потому что, ну, смысл мне вот в этом море держать. А тут вот Плимут неплохо будет. Жалко, что нельзя перекидывать их никак. Хотя, может, можно. Надо будет в гавань перевести, посмотреть. А вдруг можно. Так, давайте посмотрим. Я еще хотел про Великий Маяк узнать. Рядом с гаванью. Ну, то есть я вот тут его могу построить, если что. Он дает плюс 3 золота и плюс 1 очко адмирала. Ну... Ну и плюс одно движение для всех морских юнитов, конечно, неплохо. На побережье. Ну, то есть я его могу вот тут, если что, построить. Знаете, тут вообще я заметил, скрытая очередь все-таки есть. Вот я переключал на другой юнит, я его построил, и после его постройки автоматически началась следующая постройка. Вот я про Петру эту говорю, потому что я, по-моему, не переключал на Петру. Нет, не замечали? Нет. Ну попробуйте как-нибудь. А вдруг? Вот здесь я собираюсь театральную площадь еще построить. Так, значит, галеру. Один ход, нормально. Значит, пока тут переключимся на что-нибудь другое. Ну, как раз construction ускорено. Блин, слушайте, как-то китаец реально так убегает по техам, по всему. Сейчас все в универы выйдут и сравняются. Что-то сомнение у меня. А вот это я могу тоже построить. Кстати. Давайте откроем. Так, а в Плимуте мне нужно. У меня самый нормальный остался великий ученый. Чтобы. Они разобрали двух, и мне такой няшненький попался. Да, там второй ученый, он книгу печатания открывает. Убирай скаута в Джакарты. Даже универ не надо строить. А, лол, я про него еще забыл там. Буду там город ставить. Так, Петра. Рынок, ну я тут переключусь. А, нет, не надо переключаться, потому что мне 7 жителей надо сначала получить. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. Заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы или операционной системы. 2GIS, если быть точным. Что вообще в православии у него, кроме возможности покупки
Плюс 2 золота за каждый год. Пагода тоже неплохо. Религиозные юниты игнорируют передвижение. Неплохо. Какой я пансион взял? А, за чудеса классической и древней эры. Где снова в Таюнь? Да, у меня уже появился. Вот в Таюне. Ну, короче, можешь меня заразить, если хочешь. Мне без разницы, я просто так основался религии. В Сифу поиграете? В религиозные заразки? Да, конечно. Да я просто взял вот этот бонус с еды. Вот типа Чунду это спокойно может быть твоим православным, мне не важно там. Я все равно в нем не строю. Я в нем покупаю просто все здания с религией. Так, у тебя пониже еще уровень. Да, вот у меня тут они пониже, так что тебе будет легче их заразить, потому что Сиань, он 12 жителей, это такое. Это надо еще акведук построить в нем. Так, вот сеттлеров можно заменить на что-нибудь. Продукция во всех городах. Может еще рабочих? Давайте, наверное, еще рабочих. Стоп. А когда ты уже построил по максимуму все районы, ты можешь еще раз один этот же район построить? Какой? Нет, можно с акведуками и с этими, с пригородами вроде. Центр коммерции? Нет. Но навряд ли. То есть у тебя доступна возможность построить центр коммерции, который у тебя уже есть, да? Да. Ну построй, давай посмотрим на глюк. Или меня глючит, или это реально центр коммерции, он у меня стоит уже. Может все-таки развлекательный комплекс, они желтые оба. Посмотри название его. Так, индустриальная зона. Значит, я думал вот здесь, например. Ну, вот тут как бы не будет бонуса, просто потому что тут еще не построены эти... Не, меня просто проглючило. Это был другой город, а камера наведена была на столицу. И мне... Это реально такое, что... Обалдеть, ничего себе. Вот это бывает, да, есть... с людьми. Я тоже удивился. Так, тут промышленный комплекс можно построить. В Плимуте мы будем вот тут, видимо, строить. Правда, в Плимуте еще... Жителей для этого не хватает, но он скоро вырастет. С этим проблем не будет. Кстати, а что с акведуком? Где? Опять только на камне можно построить? Блин. Придется камень убирать. Плохо, что вот Линзен религию не показывает города, в которых еще религии нет. Слушайте, сила апостолов и миссионеров сильно различается? Да. Апостол в 3 раза сильнее распространяет религию. Миссионер 100, апостол 110, по-моему. Это как-то не в 3 раза сильнее. Апостол 200 иудаизма, миссионер 200, а апостол 600, ну плюс-минус. Так, вот я уже миссионер могу купить, но... Я же не могу врубиться, а где у тебя город еще один? Вот Сианем где-то или левее Сианем? Давайте-ка храм еще построим. Китай. В самом низу, там, короче, где уже самые тундры. Вот прям вот там у меня город стоит. Ну, вот, короче, ниже поселенцев. Я тоже хотел ставить. Тут короче, самое. Идешь в Астрахань влево. Там мой город, через хребет. Сколько уже тут стоит постройка районов. Я же говорил, что мы померимся.
найдем, где расселиться. Блин, или холм купить, чтобы больше промышленности давало. Интересно, Дарвин даст 500 науки или нет? А, 250, да, даст? Давайте, наверное... Ну что теперь? А, сейчас холм куплю. Будем гнаться уже за Дарвином. Все, причем будут за ним гнаться. У вас там игра через великих людей, да? 500 науки... За каждое натуральное чудо. Ну, так вы только 500 можете получить. Вряд ли его можно, типа, рядом с двумя запустить, да? Другое дело, что на стандартной скорости. То есть, по идее, на этой... Тут он должен 250 дать. Кстати, у кого он будет, расскажете. Глючит или нет? Ну, то есть тут масштабируемость на скорость? Сейчас город будет как раз. А с чудом света это в смысле с построенным или с природным? С природным. Natural. Там, у вас на русском языке. Да. Вот поэтому я и люблю больше на английском играть. Да, есть такая тема. Да хотя бы хоть немножко вначале разобраться там в некоторых аспектах, потом можно уже на английский. Понимаешь, дело в том, что они, многие аспекты тебе, ты просто неправильно начинаешь разбираться в них, потому что тебя русский перевод путает. Он тебе не то говорит, что есть на самом деле. Вот как в данный момент, например. Француз, а сколько у тебя столица? А то я все твои города вижу, кроме столицы. У меня как раз ровно на ней такая... Пипочка. У меня 9. Маленькая. Да, я вижу, у тебя 9, 8, 8, 6. Да, у меня, в принципе, так же. 13, 9, 7, 1. Ну, это у русского. Нет, это у китайца. Ой, то есть у китайца, да, я его и хотел сказать. Типа, ну, кто у нас впереди по науке? А ты там ускоряешь рабочими чудеса? А я только одно построил. Чё так, у тебя такая особенность клёвая. Клёвая особенность, но я тебе уже говорил, в чём проблема. Я затупил с половиной чудес, неправильный район расположил, чтобы чудеса построить. Тут же у чудеса не капризные, есть особенности. Там кто-то любит на холме возле святого места, кто-то любит на холме возле Наукограда и так далее. По кампусам, блин. Ох уж эти капризные чудеса. Вообще. Инженер. Торговец. Торговый путь. Торговый путь. Ну, Гонконг где-то далеко, да? Да, то есть... Хотя через Лавин только тебе до него добежит из Плимута. Блин, ты говорил мне вот про этот город, который ты только что поставил, что ли? Да. Блин, я думал, у тебя где-то там ниже еще есть. Я просто смотрю, что тут как бы вода уже. Не, я тут его собирался ставить и поставил вот. Тут три рыбки, там олени. Будет железо. Думаю, вырастет рано или поздно. Для гильдии два рынка. О, так это я скоро сделаю. И что там еще было? Эврику для стирапс. Что за стирапс? Слушайте, а стирапс никто не знает, как переводится? Как еще раз? Ладно, я сейчас сам гляну просто.
Русские просто благодаря мне на, ну, у меня на карте науки на втором месте. А так он на каком? И так на втором месте. Ты там что, по 4 науки, что ли, получаешь от меня? О, это стремена. У меня просто универы почти во всех городах. Стремена. За религию купил? Ну, парочку. Один закупил за религию. А, не, подожди, в двух городах у меня такой универ. Один купил, один построил. Блин, ищу... Да, я не помню. Ну да, кстати, у тебя еще тоже нормально получается. Феодализм. Цивик феодализма надо открыть. Что для цивика феодализма надо? 6 ферм. Ну так я на пути, прям у меня тут уже осталось. 4 фермы точно есть. Сейчас вот еще тут после Петры рабочего возьму и еще зафигачу. 5 в Плимуте нехватка. Чисто на производство все. Так, он отбегал в Лавенту. Надо перекинуть, видимо, в Лиц. Так, а этот отбегал в Киото. Блин, ну тут Киото самое крутое. Мы, конечно, Плимут еще 4-3, но тут еще и деньги, и наука. Очень так неплохо. А что у нас тут с едой в Манчестере? То есть на 2 жителя можно вырасти. Ну, в принципе, тут есть... Блин, я хочу в Киото, не знаю. Охота отправить в Киото. А это мой скаут. Блин, я хотел спросить, что это скаутом не захватывают. Это они тут на автомате бегают. Все еще раскрывают карту. Я так понимаю, что Египет где-то там за Сеулом и... Махеджидаро, да? Махеджидаро. Да. У меня соседний город с Махеджидаро. Кампинте. Нет, пока не буду. Давайте феодализм начнем. Вот у меня и Петра открылась. Вот Рицука стал оазис давать. Нифига себе. Блин, так я не могу решить. Хорошая идея сделать из одного этого самого арбалета этот корпус или просто оставить генерала. Ну посмотри, что тебе генерал дает. Плюс 5 боевой мощи и плюс 1 очков передвижения наземным юнитом средневековья и эпохи возрождения в пределах 2 клеток. Так прикольно дает. Просто с кем не воевать пока что. Так, апостол. Слушайте, а где бы силу посмотреть апостола? Что-то я в Википедии... Только если на нем самом. Сто десять. Так, теперь строим индустриальную зону. Для этого надо купить вот эту клетку. Кто-то у нас будет в туристическую победу идти. 110 религиозная сила.
Да, или да. Ты про другое? Да, да. А у миссионера? А у миссионера? 100. Так может выгоднее миссионера покупать, чтобы распространять? Я распространять, вот да. Вот, блин, я затупил. Ну, проверка еще раз. Лондон, Плимут. Наверное, в Манчестер больше продукции. Заодно и дорогу построим. Так, тут я сюзерен. В Джакарту. Ну, свободный лагерь, никто не берет. Почему бы не взять? Новгород на берегу. Окей. Поплывем обратно. О, ну зато у апостола можно вот эти промоушены брать. И 100. Нет, лучше два раза. Значит, мне 4 раза можно будет религию распространить. Ну и все. И мне больше не надо покупать никого. Отличненько. Убьем копейщика. Что-то кажется, что мы будем с Японией воевать, поэтому надо подводить юниты к Манчестеру. Так, тут рабочие, проверяем. Значит, в Лондоне можно еще вырасти. Тут есть проблемки. Лучше на производство переключить. В Плимуте уже давно превышено. Ну, блин, тут нужен, конечно... Тут и акведук нужен, но он только на этом месте строится. И промышленная зона. Ну, акведук как бы на промышленную зону не влияет на количество районов. В общем, надо убирать тут усовершенствование. И камень вырубать. При вырубке камня надо будет строить что? Можно маяк, кстати, строить. Кстати, можно пагоду купить. Блин, что я от этой калинки-малинки уже устал. Выключи просто музыку и все. Ну вот я, да, думал, что только что. Давайте-ка мы пагоду купим. 170. Не, ну поначалу это забавляло. У Китая вообще ветер какой-то дует. Просто туда-сюда, туда-сюда. Это дзен. Может, у тебя как раз выключена музыка? Нет, у меня стоит как раз музыка. Ну, классно, у тебя такая... У тебя этот ambient стоит. Потом, потом знаешь, начнут голоса нашептывать. Убей их всех. Уничтожь всех. Знаешь, это когда я выхожу в ядерное... Это когда в ядерке выхожу первым такой, убей их всех, уничтожь их всех. Ну, нет, это может только у Ганди такое быть. В Циви только Ганди. Ганди. Ну,
Ну, кстати, вот вы зря там кто там не хотел города показывать. Я, например, вот к японцу караваны отправляю, именно потому что я вижу его города. То есть мне дает неплохой бонус это. А вот, например, я бы мог к русскому отправить, но я его городов не вижу. Нам с русского двоих хватает. У нас тут все по фэншую. Да не, я бы тоже это самое, на самом деле, просто далеко еще. На озере. А, так я все-таки не могу построить, потому что это не озеро. Или это озеро? Могу колосс зато построить. Так, тут индустриальную зону лучше тут поставить. А здесь будет коммерческая. Нет, давайте-ка мы коммерческую сначала. Так. Тут как расширяется вообще город? Как писать, какую сторону? Не выделяется никакая клетка? Как без понятия, пятаться. Никто не знает. Тебе помогло то, что я сказал? Вообще никак. Просто надейся. Да, у меня тут одна клетка уже, вот, именно еда. Вроде раньше был фокус по еде, с овцой причем. И она уже не может расшириться, ну не знаю, с начала игры. А это третья клетка всего лишь, остальную сторону уже расширилась. Все. Блин, тут коммерческий хаб неплохо построить и тут. Но тут надо акведук строить. Да? Да. Значит, коммерческий хаб здесь будем строить потом. Забавно. То есть я несколько зарядов зря потратил. Давайте колосс попробуем. Кстати, дофига 12 очков великих ученых. Вот. Что говоришь? 12 очков великих ученых вход тебе немного. А что тут такого? Это же не знаю. Тоже хочу. Завидую. У кого-то там религии вход по соточку и может покупать научные здания с художественными, с этими, с культурными. 48 всего. Я это стремлюсь к культурную победу. Вон у меня там самый большой прирост художников, музыкантов, писателей. Все. Ну и торговцев так. А торговцы по воде плавают те же самые, да? Что и пешком ходят или нет? Или это как в пятой циве отдельные там торговые суда какие-то? Русский, зачем тебе великий полководец? Хорош чувак. Два военных лагеря. Это оборона, ё-моё. Даже не два, а три. Тут узнаешь, с одной стороны, Лёша Халецкий. С другой стороны, индус. Со своими ядерками. С какой я стороны там у тебя? Зулавен, ты знаешь, мало ли что, приплывешь там. Смешно. На корабле ты через Гонконг вообще близко. Пора строить великую стену от русского. Так, что нам это Джакарта дает? Политика сдерживания у меня такая. Сай. Ага, плюс... Да, через торговые пути, ну, нормально. Агрессор появился. О, чё, война началась? А, он напал на меня. Всё-таки на Францию напал? Ну, я предупреждал тебя. Идти на помощь? Или ох. Чё? Я только Марсель сожгу и всё.
Я только сожгу твой город, ты там не волнуйся, все хорошо, давай будем друзьями. Ну да. Ну, у тебя же Франция тоже вроде армия есть. 355-503. О, ты на втором месте, я на третьем. Это дело серьезно. Короче, если он там будет тебя нагибать, то я подойду посмотреть. Если что, Россия уже на первом месте по науке. Да, давно на первом месте. А, Россия? Россия, да, это не, необычно. Оно само... Ой, правда, слушай. А почему я на первом месте по науке? Стало вдруг. Потому что больше всех технологий открыто. Попробуем перекинуть, например, эту галеру наконец-то. Так. Египет, уводи своего этого разведчика отсюда, пожалуйста. Вот, вот и говорили, плохой бонус у русских, плохой. В смысле, русский отправил всего два каравана, понимаешь? Один к себе, а второй в ГГшку для задания. Слушайте, я в Лондоне же еще кампус не построил. Ну и получал, да? По плюс два науки на халявку. Я хочу тут театральную площадь построить, а не кампус. Вообще, конечно, у меня с наукой не фонтан будет всю игру. А, блин, мне сейчас караван разграбит, скотина. У меня просто караваны бегают в Японию. Но они не исчезнут, я следующим ходом смогу их перенаправить с другой стороны. Слушайте, интересно, у вас тут эти военные лагеря прям друг рядом с другом стоят? Ну да, забавно было. Война пошла, блин. Ну, нету ничего хорошего, если японец сожгет Марсель, то есть он будет доминировать, не будет сдерживающей силы. Слушай, рассказывай там, Радимиша, как там эти самураи сильны? Ну, да, кстати, сильны. Прикольная штука, что это, ну, верование, что апостолы там игнорируют ландшафт. Лёш, если к войне не присоединишься, я тебя ногой отдаю. Не понял, ты мне отдашь свой город, только чтобы я не присоединялся к войне с французом? Да. Ну, если ты обещаешь, что тебе действительно только Марсель сжечь, или ты хочешь... Нет, я сожгу и построю там свой город. И дальше ты не пойдешь? Да, дальше я не пойду, мне больше города не нужны. Француз, теперь только культурная победа. Я сейчас подумаю. Я там даже тебе это заюзаю, великого торговца, там банк и этот будет торговый пост в коммерческом районе. А в чем прикол? Почему ты так отдаешь город? Думаешь, мы тебя тут снесем вдвоем? У меня по амените просадка. Почему просадка? Подовольствие.
Так город тебе не поможет. В каждом городе индивидуальное. Ну так он один отдаст, один построит. Ну у меня просадка из-за войны, я имею в виду. Тут же штраф за милитаризм большой. А что, тут можно передавать города, да? А у тебя пенальти за то, что ты внезапную войну ему начал? Ну да. И сколько у тебя несчастья? Да пока немного. Ну я там тебе делегацию отправил, ты примешь? Может тогда не строить арбалет? Акведук тут тоже пока не нужен. Или построить все-таки один арбалет? Давайте мы стены тогда лучше построим. Не помешают. Француз, а ты что думаешь по этому поводу? Вообще. Так что, ну... Но он по науке сильно про это улетает вперед. Нифига. Ну я-то как бы третий. Поверь, нет. Я никуда не улетаю. У француза 23,51,6. Ну, почему бы и нет? У кого-то есть селитра? Ну хорошо, в принципе, а как ты мне этот город отдашь? Я еще даже не знаю. Только мир заключу с французом. То есть, когда француз согласится на мир, тогда ты мне отдашь Нагою? Ну нет, в принципе, я оставлю на Марселе свой город и тогда тебе отдаю. Нет, на карте слушай... вообще не вижу. Это как-то... это несерьезно. Потому что... Ну, в смысле, ты хочешь, чтобы я тебе сейчас отдал его прям? Ну, в ближайшие несколько ходов, потому что а смысл тебе его отдавать, когда ты уже уничтожишь француза? У тебя будет армия, например, ну, со мной воевать. Ну, я просто пока еще с этого ничего не получаю, просто Леш. Нет у меня сейчас. Сейчас я разберусь с ним что-то. И тебя отдам бы. С другой стороны, караван у меня бегают к японцу. Не, ну акведук тут нету смысла строить. Так, библиотека. Вот сколько смотрю по карте, нигде нет селитры. Да. А это сбалансированный старт, типа? Ну да, там да, же... Да, нет просто... ни у одного, нет ни у кого. Баланс, детка. Посмотри, можем просто, допустим, где-нибудь что-нибудь построено у кого-нибудь на этом месте. Не-а. Ну я всю твою территорию вижу, нет ее. Не, ну в смысле, она может спокойно быть там где-нибудь под кампусом. В смысле, в той же клетке. Ну я, получается, разрушили, уже ее не будет. Будет. Ну в смысле, ты не будет рудника, а сам ресурс-то добавится. Ну нет картинки селитры. Картинки не будет.
Ну, короче, это самое. Не ломай мои надежды. Спасибо. Ну что, Лёш, мы договорились? Ну, меня не очень устраивает ждать, пока ты сломаешь Марсель и поставишь там свой город. Да я его сейчас быстро поставлю. Ну, смотри, я тебе доверился. Посмотрим, как оно будет на самом деле. Просто мне смысла там город держать тоже нет. Можно продавать, в общем, галеру, потому что перекинуть ее тут не получится никак. Так, построил колосс, это у меня дополнительный торговый путь. Блин. Не распространяется все никак. Тут вообще уже иудаизм. Короче, надо миссионеров покупать еще. Сколько сила? 100. Нормально. То есть апостол это для того, чтобы между собой воевать. А если я просто хочу получить... Так, акведук. Сюда. Тут будем вырубать сейчас лес, и эту клетку надо купить. Ну, потому что мы договорились, что вырубать можно только на своих клетках. И тут заодно у меня, кстати, будет промышленная зона. Так, здесь акведук не нужен. Слушайте, ну давай тогда библиотеку тут так построю, потому что нету смысла ждать распространения религии сюда. Там будем, дай бог, если универ получится. Так, у нас еще один караван. Ну, может, блин, начать к французу отправлять. В Марсель. Ну, его заберут, я в другой город отправлю. Пока пополучаю бонусы. Так, продаем. Тут краб обработан, кит обработан. Здесь у нас будет промышленная зона еще впереди. В принципе, можно здесь... Ну да, здесь, наверное, ферму, а здесь... У Ганди самая шикарная музыка. Так, что у нас тут по жилью? Плюс 3, 7, 8, плюс 3, 7, 10. Ну, нормально, расти можно. Вот в Лидсе, правда, проблемки с домами начинаются. Но сейчас прибегут туда рабочие и все поправят. Все поправят. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, в скором времени будет. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам
понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.